Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и сегодня мы посмотрим игру, которая называется «Мой музей». Так, это у нас какие-то два археолога, судя по их шапочкам. Ага. Один другому говорит: давай с тобой займемся раскопками и будем находить динозавров. Да-да, это удача, удача. Построим свой огромный музей, и к нам будут приходить много посетителей. Соответственно, мы разбогатеем. Вот такие вот у них, ребята, идеи созрели. О! Что-то сделали. Так, ну я вижу, ребята, мы с вами должны улучшать этот музей. Ну что же, давай посмотрим. Так, идет посетитель, ну там пока смотреть не на что. А мы перейдем с тобой вот сюда. Так, соточка, копать. Старт, ну давай. Ага. Я выкопал черепок. Тут также монетки есть. Так, это что у нас такое? Не знаю, ребята, это, видимо, видосик хочешь посмотреть, у тебя будет дополнительная энергия. Так, новинка. Мы нашли череп какого-то, видимо, динозаврика. Ага, вот сюда мы его поставили. А я еще хочу покопать. 100 монет. Это все дело мне обойдется. Продолжаем искать. Опа-на. Мы нашли с тобой кости какие-то. И еще нашли кости. Вот это хорошо, ребята. Это очень хорошо. Так, две новинки у нас нашлись. Ага, мы собираем с тобой потихоньку того самого динозавра. Я с удовольствием хочу еще покопать. Так, пока только монетки. Вот, что-то нашел. Позвоночник, точнее, да? Это, скорее всего, шея. Ай, не хватило чуть-чуть. Угу, новиночка. И что у нас? А, нет, ребята, это не шея. Это у нас хвостовой отдел, оказывается, был. Тогда пойдем еще на раскопочки сходим. А что вот это вот такие за контейнеры? Ага, это, видимо, куда мы с вами складываем найденные кости. Я нашел кое-что. А почему я не могу это взять? Вот, оказывается, надо было полностью раскопать. Ага, один контейнер у нас забит. И больше я ничего, к сожалению, не нашел. Так, а это уже... Ага, лапы. Точнее, даже ноги. Опачки. Так, на 50% мы собрали с вами этого динозавра. Я пошел дальше на раскопки. О, что-то нащупал. Вот это, скорее всего, уже лапа. Это, друзья мои, лапа. Лапище. Вот была кость, надо было... наверное, надо было нам поискать ее. Но, тем не менее, на сколько процентов мы с тобой собрали? На 60. То есть нам остается... найти позвоночник. Блин, жалко, что у нас очень быстро заканчиваются монеты. Опять череп. Но это, по-моему, другого динозавра или того же. Не знаю, ребята, пока. Ну, я нашел, по крайней мере, монеты. Так, это те же кости или нет? Те же самые, ребят. Мне за это ничего не дали. Никакого бонуса. Потому что это их не устраивает. Погоди, погоди, погоди. Нашел. Что это такое? Это, по-моему, тазобедренная, да? Да, тазобедренная часть. Окей. Идем с тобой дальше. Где же, где же, где же кость? Вот, нашел. Во. Окей. Тут смотри-ка, какой-то есть у нас сундучок, который, видимо, можно вскрыть. Так, нашел. Ох, ничего себе, хвост какой длинный. 80% мы уже собрали. Денежек все меньше и меньше. Опа, опа, опачки. Нашел ребра с позвоночником. Слушай, это круто. Это очень круто. Так, мы это все, конечно же, сейчас поставим. А что же еще не хватает ему, а? По мне, так уже практически хорошо собранный скелет. Может быть, еще одной лапы? Хм. Ладно, давай попробуем поискать. Что-то нашел.
Ну-ка, друзья, давайте глянем. А что это за сундучок? А, смотреть чудосик, понятно. Ух ты, и вот, скорее всего, это была последняя часть. Ну-ка, давай посмотрим. Так. Да, друзья мои, мы с вами собрали первый скелет динозаврика. Что я могу сделать? Погоди, погоди. Закрыли. Вау. Велоцираптора можно искать пойти. А можно пойти нового динозавра. Но я почему-то не могу сюда отправиться. Почему, пока не знаю. Но самое главное, что он у нас есть. Так, а здесь что требуется? 200 монет, чтобы сделать новый стенд. Друзья мои, денежка-то нам идет. Смотри. Ух, ё-моё, нифига, я выручку получил. Мой музей потихонечку развивается. Так, а что вот здесь такое? Я могу что-то прокачать. Ага. Что же вот это такое означает? Я не знаю, ребят, но может быть попробовать выучить. Первый уровень из 10 мы с тобой развили. Окей, а тут что? А, ну это только что мы смотрели. А вот это что такое? Это настройки, да? А можно язык русский? Нет такого, да? Корейский, только английский, испанский. Жаль. Так, ну что, друзья? Ох ты, денежка-то нам потихоньку-потихоньку падает. А музей-то сам по себе... Ну, это еще первоначальный, поэтому он не такой большой. Ну что ж, я думаю, что нам пора, наверное, отправиться на поиски следующего динозавра. Да? И это будет, наверное, велоцираптор. А разве мы не его находили до этого, нет? По-моему, мы его искали. Так, ладно, давай. Ой, еще что-то нашел. Ну, как-то двух динозавров одинаковых. Мне не хотелось бы, на самом деле, иметь у себя в музее. Нет, по-моему, это другой. Ох, это какой-то другой динозавр у нас получается. Хорошо, будем, конечно же, его собирать. Давай. Но... Вот, нашел что-то. Что-то, друзья мои, надыбал. Это хорошо, когда каждая раскопка у нас с вами... Нет, по-моему, это тот же самый, просто он развернут будет в другую сторону. Обидно будет, конечно, но да ладно, нам-то главное получать прибыль. О, нашел. Нашел, друзья мои, кость. Еще одну кость. И монетки еще получил. Так, это я пропущу. Закрываем. Ну да, 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 50% мы уже с вами собрали. Так, пойдем дальше продолжать поиски. Вижу, вижу кости. Это уже, по-моему, у нас было. Это повторка идет. Верно? По-моему, это повторочка у нас с тобой получается. А нет, 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 друзья мои, никакая это не повторочка. Но почему-то все равно 50%. Вот, что-то нашел. Надеюсь, это позвоночник. Ох, вот она, кость была. Ну что ж такое-то, а? Ай-яй-яй-яй, не нашел маленького. Денежек у нас, понимаешь, с тобой маловато становится. А ведь я могу в музей зайти и взять выручку. По идее, должен. Кость вижу. Нет, это не кость, вот кость. Окей, еще нашел. Есть. Так, уже лучше, друзья мои. Еще надо найти где-то нам черепок. Слушай, ну тут, по-моему, другие совсем ребра. Ого. Так, немножечко осталось, совсем немножко. Я думаю, что нам денежек хватит. Вот. Нашел что-то. И черепок нашел. Шикарненько. Давай-ка мы все это дело с тобой соединим. А по-моему, все, мы собрали его, да? Вау. Комплит. Закрываем. А почему вот этого мне не дают? Что для этого нужно, а, друзья мои? Слушай, абсолютно два одинаковых динозаврика. Монеток у нас тут с тобой куча. Ох, какая куча. Первая презентация. Так, первая презентация. Видимо, прошла она хорошо, да? Все довольны.
платят с удовольствием. Так, что у нас тут? Плюс 50 людей за посещение. А можно мне как-то... Так, ух ты, денег сколько у меня. Я могу... Ага, я теперь понял, что вот это означает. И вот это дает нам больше с тобой кликов. То есть, чем больше, да, тем больше я могу нажимать. Смотри-ка, за 10, давай. Вау. Еще десяточку потратим. Отлично. Так, а что у нас здесь? Автобус можем купить. Суперсвет. Оу, а как это все? Надо же, автобус у нас тут прибыл. С посетителями, верно? Да-да, именно с туристами. И они идут с удовольствием смотреть. Ну, конечно, меня бы не очень заинтересовало два одинаковых скелета наблюдать. Я бы, конечно, с удовольствием пошел бы. Заманчиво, но пока не то. У нас даже тут энциклопедия есть, понимаешь? Про этих динозавров. Динозавров должно быть очень много. Но у меня вопрос. Как, друзья мои, открыть новую локацию? Ну вот как? Пока не понимаю. Может быть, нужно здесь все-таки что-то купить? Ох, ё-моё. Это мне денег надавали. За то, что я купил себе место здесь новое. Мне денег еще надавали целую кучу. Представляешь? Окей. А если я еще здесь открою? Ой, 1200, дороговато. Денежку дадут мне? Мало на этот раз мне дали денег. И у меня всего лишь 238 монеточек. И я до сих пор не могу понять, как мне, друзья мои, начать поиски нового динозавра. Ну как? Что не хватает? Только велосирапторов я пока могу искать. Но я ничего сделать с этим не могу. Придется искать велосирапторов. Так, а где у нас с вами... Прокачать, может, маленечко, а? Вот так вот. До третьего уровня прокачали с вами поиск. Это если что. А здесь я собираю монетки. Дайте еще, пожалуйста, 10 монеточек, чтобы... Во, спасибо. Чтобы было 400. Ну что, давайте искать дальше велосираптора. Может быть, пока мы с вами ищем, сможем найти какие-то другие... А, подожди-ка, я даже не могу его найти, что ли? Так, а что надо-то? Снимок сделал зачем-то. Так, 100%, да? А здесь что? Тоже 100%. Так, здесь. Вот оно как делалось. Нам нужно было с тобой выбрать постамент, а на нем уже выбрать то место, где мы хотим и какого динозаврика искать. Сейчас мы идем искать с вами нового динозаврика. Нам что-то предлагают тут взять. Но я, наверное, ничего не буду брать. Денежек, конечно, очень мало у нас. Ой, что-то на... Монетка. Это просто монетка. Есть! Ребят, первая кость. Ах ты, немножко не хотел, там что-то было. Там, друзья мои, что-то было. Так, новинка. Ну и что же это такое? Так, лапа, походу, дела, да? Слушай, каждый раз теперь 200 монет надо потратить. Но ведь это несправедливо. Воу, геолокация. Бульдозер. Слушай, ну так намного лучше. Намного лучше. Правда, я все попытки потратил. Но зато теперь я буду знать. Окей. О, классно. Все, типа у меня закончились деньги. Но, как видим, тут выпадают монеточки. Так что нам еще хватит на пару разиков, да, на поиски. Так. О, спасибо большое. Спасибо вам, поклонники музея Рея. Так, пойдем дальше искать с тобой. Да, пойдем дальше искать.
Слушай, а мне понравилась игруха. Мне понравилась. Не знаю, как вам, друзья мои, а мне понравилась. Так, давай смотреть, что же тут. Монетки находим. Опа. Все-таки хорошо, что я развил именно вот этот вот расширенный поиск. Две кости нашли. Такой странный динозавр, я даже пока не могу представить, кто это может быть. Ну все, у нас впереди. Это монетка. О, отлично. Есть, есть. А по-моему, такой кусочек у нас уже был, да? Или не было? Новинка? Да, этот у нас было. Вот это вот новенькое что-то. Вот так. Даже пока вообще ничего не могу предположить. Похоже на какую-то гориллу. Что-то в этом роде. Поехали дальше. Опа, что-то сразу нашел. Лапа, видимо. Надо поиски делать. Пока только монетки выпадают мне. Есть. Хорошо, что хватило у нас с вами, да? По-моему, это две новые детали. Нет, вот это у нас было, оказывается. Да кто ж ты такой-то, а? Что ж ты за зверь-то такой невиданный? Так, это что такое? Монета. Нашел что-то, ребята. Что-то надыбал. Так, опа. Ну, вот эти... Жалко, что нам не идет доплата за повторки, да? А вот новенькая лапка. Хм. 53% уже собрали. Единственная проблема, что у нас с тобой заканчиваются финансы. Это огромная проблема, на самом деле. Для моих поисков, да? Да ну, быть такого не может, чтобы ни одной... Опа! Что-то нашел. Странная, конечно, немножко деталь. По-моему, черепундель, да? Нет, или тазобедерная кость. Странное какое-то существо у нас получается. Так, у меня закончились, ребята, финансы. Попробуем здесь насобирать. Ох, спасибо, спасибо вам, дорогие мои гости. Благодаря вашим усилиям у меня будут дальше продолжаться раскопки. Ну что же, заходим. Заходим, друзья мои, и начинаем дальше поиски с вами. Я могу... А нет, уже не могу, ребята. Уже не могу, к сожалению. Все свои бонусы я потратил. Ну, а мы продолжаем. Так, тут монетки. Кость, ага. Еще... Нет, это монеты. Да что ж такое-то. Тут только лишь одна кость была, всего лишь. Но зато новая. Это, по-моему, уже действительно позвоночник. Хвост? Да, это хвост, друзья мои. И не стоит удивляться этому. Так. Окей. А что ж ты будешь делать-то, а? Да не может быть, чтобы... А, во-во-во! Есть, успел. Вот это уже ребра. Это уже ребра. Так, сейчас посмотрим. Да кто ж ты такой-то, а? Нам нужно найти еще черепундель, да? Тут еще много костей, которые нам необходимы для полной картины. Что-то надыбал. Что-то надыбал. Опа. Что-то знакомый, знакомый черепок. Так, две новых кости нашел. Ого. Кто ж ты такой? Хм. Да более знакомый, но никак не могу вспомнить. Что же это за такой динозавр? Так, что-то нашел еще. И еще нашел. По-моему, эти две детали новенькие абсолютно. И мы с тобой должны собрать полностью. Нет, лапа вот эта была. Один, вот там, ребята, еще позвоночника нам не хватает. Я думаю, что мы сейчас его найдем. Именно вот здесь. Хотелось бы верить. По-моему, та деталь, которую сейчас только что нашли, уже была. Во! А, это тоже было. Немножко грустно. Немножко... А, нет, новинка. Ребята, тогда все, мы с вами собираем.
Маргиноцефалия. Вообще ни о чем не говорит, друзья мои, если честно. Ох, елки-палки. Так, а я могу? Могу. Ой, сколько тут финансов. Посмотри. Видишь, все лайкают, все довольные. 1500 монет у нас почти с вами. Конечно, мне бы хотелось бы кого-нибудь нанять, кто бы собирал за меня эти деньги. Ну что, я думаю, наверное, нам пора вот здесь найти еще нового динозаврика. Давай-ка вот здесь вот поищем. 300. Ух ты, какая увеличенная карта. Опа-на, опа-на, нашел. Отлично. Новые детальки. Это что, ребра, что ли, такие? Не знаю, ребята. Да, это ребра. Какой-то крупный такой динозавр здесь у нас получается будет. Блин, монетка меня смутила. Опа. Так. Ищешь, ищешь, и только одну деталь нашел. По-моему, это уже было, да? Нет, не было, ребята. А вот это, по-моему, уже велоцираптор, скорее всего. Я могу ошибаться, ребята, это не точно, так что меня не слушайте. Так, давай смотреть дальше. Так, нашел какую-то маленькую кость. Ах, чуть-чуть не хватило, вон там еще одна костяшка была спрятана. Так, ну лапки маленькие, значит, скорее всего, я прав. Ну-ка посмотрим. О, какой-то костяш. Нам нужно с тобой прокачать, скорее всего, поиск. Ну ты понял почему, да? Нам нужно больше захватов брать на территории, чтобы быстрее находить кости. Так, собираем. И продолжаем. А я могу? Могу, а что это такое у нас? А, третий контейнер. Да как бы он здесь и не нужен, если честно. Воу-воу-воу. Что-то надыбал. Не хватило, не хватило. Немножко грустно мне стало. Чуть-чуть не хватило, ребята. Но зато две новые кости. Окей. Так, продолжаем наши поиски. Ух ты. А, нет, я думал, что... что-то огромное нашел. Так, это, по-моему, была такая, да? Кость у нас. Вот, нашел. Но это вроде бы повторение уже. А, нет, новое. А вот это вот было. Слушай-ка, ну, осталось вот где-то нам черепок найти. И монетки, к сожалению, кончились. Ну что, пойдем посмотрим в музей, может быть... Ой, спасибо вам большое, мои... любимые гости, посетители. Спасибо. Вот, благодаря им я могу дальше продолжать искать поиски. Поехали. Так, что у нас тут? 300, ну я заплачу 300. Мне нужен черепундель. Где бы мне его найти, а? Кость. Эх, не хватило. Не хватило, к сожалению. И эта косточка не новая, да? К сожалению, тут что-нибудь можем с тобой взять? Нет, ничего не получается у нас. Ну давай посмотрим дальше. О! Ого! Это что такое? Напоминает мне чем-то хвост, как у скорпиона. Но это новая деталь. Это новая кость. И куда она идет? А-а-а, это же у нас такой... динозавр, у которого на хвосте булава. Как его звать-то, я уже забыл. Ну, насколько я помню, он травоядный, он не хищник. А булава у него на хвосте для защиты. Да ладно, не быть такого не может. Кость нашел маленькую. Новая или нет? Новая. Новая кость. И куда же она идет? Сюда. Слушай, а где же мне череп-то найти? Вот. Копаю, копаю, черепка еще. Это новая кость, такой не было.
Так, да что ж такое, только монета выпадает и все. Куда это идет? Сюда. 80% уже мы с вами насобирали. Почему-то мне хочется найти именно череп. Я не знаю, ребят. О, а, это монеты. Это повторка. К сожалению, это повторка. Нет, это новая. Ну да, у него на спине вот эти вот роговые пластины были, это я точно помню. Слушай, 86% как-никак. Нужен череп. Куда они этот череп могли спрятать, а? Вот он. Наконец-то я нашел черепундель. И, по-моему, последняя деталь. Да, ребята, две последние детали мы с тобой собираем. Кто? Тиреофора. А, вот он, да, анкилозавр. Да, ребята, именно он. Анкилозавр, отлично, отлично. Так, все? Все. Ух ты, тут открылось еще одно местонахождение этого динозаврика. Посмотри, сколько мне тут денег дают, а? Да что такое-то? Ёлки-палки. 2000 монет. Мне этого хватит на следующие, ребята, раскопки. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилась игра. А мы увидимся с вами в следующих новых видосиках. Удачи вам и до скорого.